Детская музыкальная школа номер 22 представляет вашему вниманию праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Пусть не скудеет сильный дух в мужских отзывчивых сердцах. Желаем мира и добра, пусть вам неведом будет страх. Из воспоминаний первой исполнительницы песни «На побывку едет» Людмилы Зыкиной. Эту песню нельзя петь на полном серьезе. Надо, наверное, исполнять ее с легким юмором, чуточку иронизируя. Именно так поет наша юная звездочка Хайруллина Милина. Акбузат – помощник героя-защитника, творящий чудеса. Завершив свои земные дела, он возносился в небо и превращался в звезду. В татарских пословицах, загадках и связанных с ними легендах звезда Акбузат встречается довольно часто, а в исполнении нашего дуэта сказочные персонажи оживают у вас на глазах.
Сила защитников добра в сказках учит детей неизменным истинам. Знаменитая легенда татарского эпоса в литературном оформлении Габдулы Тукая «Кисикбаш» рассказывает о подвиге Карахмета, который победил Дива, и оправдывает поговорку «Добро должно быть с кулаками». Одно из последних произведений композитора Мансура Музафарова – песня «Туганьяк. Родимый край» на стихи Мунира Мазунова, в которой ярко проявляется искренняя любовь композитора к родине. Thank you.
Песня «Катюша» – это национальное достояние нашего народа, музыкальный символ, который наряду с матрешками и балалайками знают во всем мире. В необычной интерпретации предстанет перед вами исполнение Асадулиной Джамили. Расцветали яблони и груши, выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Дорогие защитники Отечества, желаем вам, чтобы в вашей душе всегда светило солнце, и если облака и закрывали его, то только такие веселые и задорные, как наши учащиеся.